parte ci vediamo. Ты знаешь, что там мы зубы на кокси, которые тяжелали. Мы ее разложила, она огромная была большая. Я фигурки на ладошке. Я тебе говорю, коллекции Майдонзи, у всех есть покупки. Нет, надо только играть, ей надо менять позу. Это называется войлок. Войлок. А вот и спроси, тетя. Видишь, никто ничего не продал. Они уже подарились и продались давно. Смотри. Симпатия. Пап, Ленька выстрелил. Это фламинго, аккуратнее, не поломай его. Это не страус, а фламинго называется. Что? Что, зайчик? Мне котик нравится очень. Прям как живой. Ну, это вообще не такой выразитель. Мы их уже продали. А это любви с кошечком, да? Давайте поменяемся. Не сопротивляйся, а то я тебя боюсь. Хорошо, подожди, руки убирай. А это можно? Нет. Что это? Написано, что это. Спасибо.